Дорогие друзья, ну как и обещали, сегодня у нас продолжение того видео. И сегодня Галина, 53 года спустя, больше полувека, она сможет пообщаться наконец со своей старой подругой, со своей духовной сестрой. И вот и хотелось бы, чтобы она немножко рассказала о своих чувствах, что она чувствует, и мы ей передаем слово. Я, конечно, у меня радость переполнивает. Я не могу высказать вот эти чувства свои. Насколько мне приятно, что я через 53 года увижу тех, которые самые родные были для меня в то время. Я молодая была, они всегда поддерживали меня. Это, ну, не могу описать своих чувств, но я очень-очень рада. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте немножко подождем, и дальше мы уже сможем услышать и даже увидеть, как будут разговаривать вот, полвека спустя. Давайте немного наберемся терпения. Ну что, вот уже и звонок мы слышим. Сейчас посмотрим, как это все будет дальше развиваться. Пожалуйста. Пожалуйста, можно говорить. Лидочка? Ага. Нет. Лидочка? Лидочка, здравствуй, моя дорогая. Как твои дела? Сколько лет прошло? 53 года прошло. И сколько уже? Старуха уже. Ну, а что сделаешь? Действительно, 74 года уже будет. Конечно, я вижу ее. Да. Я ее вижу. Я хочу сказать, что Лида Клименко еще жива. Лида, помнишь? Вот я еще не смогла, так что... она же старше меня, наверное. Ну, 88 ей. 88. А? Ну, конечно. Клименко. Да. И я говорю, вот так и так хочу с тобой поговорить. Она говорит, ну ты же мне перезвонишь, как бы там. Как, значит, да, она вспоминает. Фотография до сих пор еще. Итак, дорогие друзья, вот сейчас вы смогли увидеть такие отрывки беседы, такое сердечное между двумя подругами. Они 53 года не виделись. Ну, хотелось заключение, чтобы Галина нам еще рассказала о своих чувствах. Вот сейчас прошло немного времени, как они побеседовали с ее подругой старой. Что она сейчас чувствует? Как вот, пожалуйста. Ну, я немножко успокоилась. Ну, все ж таки, вот внутри я даже не могу высказать. У меня так внутри хорошо стало, что сколько лет прошло, и мы все ж таки встретились. Мы еще живы, не будем жить пока. А там дальше видно будет. Спасибо большое за внимание. Да, дорогие друзья, вот такая у нас состоялась небольшая беседа, может, немножко скомканная, но зато естественная и искренняя. Спасибо всем за внимание.